Ольга Васильевна и Владимир Матвеевич во всем хороши. Оба до сих пор работают и гордо носят звание почетных граждан. Кстати, их личная жизнь совсем не уступает социальной. В этом году они отметят изумрудную свадьбу. Как больше полувека держится их союз? Гостеприимные хозяева раскрывают секреты. Судьба. Да не знаю, что-то живем, друг другу уступаем. Душевные разговоры – дело хорошее, но социально важные вопросы сами себя не решат. Губернатор посетил культурные объекты Саян. Первая – картинная галерея Дворца культуры «Юность». В прошлом году решили выделить финансирование на капитальный ремонт. Положительное заключение уже получили. Теперь по программе развития культуры на ремонт выделят 5 миллионов рублей из казны областного бюджета и 720 тысяч из местного. Пушкинская карта есть? Да, есть. Следующее место – музейно-выставочный комплекс. Экспозиция в зале посвящена Великой Отечественной войне. Ее реализовали при поддержке фонда президентских грантов. Уникальным эту выставку делает аудио- и видеосопровождение. Тут хранят подвиги советских солдат. А будущую экспозицию посвятят участникам спецоперации на Донбассе. У вас, конечно, поддержим. Потому что здесь, мне кажется, в Саянске сколько человек у вас сейчас? 80 человек. Ну, 80 человек. Это все-таки у каждого уже сейчас надо смотреть, как он родился. И так далее. Все равно для нас они герои. И поэтому то, что сегодня происходит, кажется, для родственников, да для них самих это будет значимо. Губернатор Иркутской области посетил еще несколько социальных учреждений. Проблемные вопросы все еще есть. Саянская городская больница нуждается в аппарате МСКТ, а школа номер 5 в обновлении пищеблока. Сейчас все вопросы глава региона взял на контроль. Должна быть обратная связь из стороны муниципалитета, областных властей и муниципальных, ну и самих ребят. Поэтому для нас очень важно, чтобы семьи росли, чтобы дети были. Дарья Пастушенко. Новости сейчас.